Здравствуйте, Вил Султанович. Сегодня на экстренной сессии ОЗХО представитель Министерства обороны России заявил, что нет маркеров, по которым можно определить страну-изготовитель новичка. Так ли это? Расскажите нам. Если это не промышленное изготовление новичок, то, конечно, маркер может отсутствовать. Однако там есть всегда сопутствующие соединения, по которым можно определить страну-изготовителя. Я не знаю, почему английские эксперты этого не сделали, но я думаю, что при кропотливой работе это можно сделать. Вил Султанович, правда ли то, что говорит Путин, что новичок, вот это химическое оружие, производится в 20 странах, точнее, может производиться? Это неправда. Во-первых, новичок как таковой, он не существует, согласно заявлениям российского правительства. Во-вторых, программа «Новичок», его прекурсоры для получения этого продукта, отравляющего вещества, не включены в список запрещенных отравляющих веществ Конвенции по запрету химического оружия. Поэтому в 20 странах никак это не может быть синтезироваться, производиться. А если знать, конечно, формулу и реакции этого получения этого отравляющего вещества, то новичок может быть синтезирован в Соединенных Штатах, во Франции, Англии, Японии, Китай, вот с таким высоким научно-техническим персоналом, где ведутся исследования по защите от химического оружия.